Здравствуйте, в эфире 29-й выпуск новостей. Так, поехали. Скоро анонс удешевленной версии смартфона iPhone, наверное, уже ни у кого не вызывает сомнений. Вполне возможно, что новинку представят в сентябре, и если по поводу характеристик так называемый iPhone 5C пока информация слишком скупа, то внешний облик смартфона уже давно известен благодаря многочисленным ячейкам фото. По всей видимости, для создания iPhone 5C была взята за основу концепция iPod Touch. В пользу этого предположения свидетельствуют фото чехла для смартфона, которые накануне появились в интернет-магазине Amazon. У нового телефона будут разноцветные корпуса, правда из пластика, и такие же удлиненные кнопки регулировки громкости на боковой стороне корпуса KQ iPod Touch. Фото кнопок смартфона уже успели просочиться в интернет пару недель назад. Фотографии упаковки, в которых предположительно будет поставляться покупателям iPhone 5C, распространил в конце прошлой недели китайский техноблог Wifone. Отталкиваясь от инсайдерского снимка, дизайн Мартин Хайек подготовил концепт пластикового телефона Apple в упаковке. Стоит отметить, что iPhone 5C нисколько не будет дешевым. Аппарат будет относиться к категории устройств среднего ценового уровня. Ведь никто же не ждал от Apple бюджетного смартфона. Благодаря этой модели компания намерена расширить свое присутствие на рынках развивающихся стран. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки. Спасибо, пока.